В воскресенье в Краснозаводске на крыльце Дома культуры «Радуга» прошел рок-концерт «Big Rock Open Air», посвященный Дню молодежи. На праздник тяжелой музыки приехали две группы из Москвы и три из Сергиева Посада. Московской группе «В себе» всего несколько лет, но по количеству даваемых концертов и своих фанатов дадут фору любой известной группе, хотя в Краснозаводск их приехало мало. Видимо, побоялись дождя. Публика очень разнообразная, так же, как и стили, в коллектив, кто сегодня играли здесь. Но все на самом деле очень прикольно. Впечатления остались положительные. Концерт Big Rock Open Air состоялся в День молодежи. Это был прекрасный подарок ценителям тяжелой музыки, большинство из которых и есть молодежь. Я всегда желаю молодежи оставаться молодыми, несмотря на возраст, потому что молодость — это то, насколько ты себя ощущаешь. Так что быть молодым всегда. Всем здоровья и поп-панк. Ирина Самойлова, Кристина Макаревич, День города.